Отряд юных инспекторов движения из школы номер 8 готовится к выступлению. Ребята участвуют в ежегодном конкурсе агитбригад. Центр «Лесная сказка» совместно с отделом ГИБДД Межмуниципального управления МВД России «Щелковская» при поддержке Комитета по образованию администрации городского округа реализует на территории муниципалитета проект «ЮИТ» вот уже более 20 лет. И этот конкурс – традиция, которую не нарушают. Сегодня ребята подготовили заранее программу и показывают агитационные выступления под лозунгом «Мы за безопасность дорожного движения». Общаемся с детьми, входим к младшим классам, рассказываем правила дорожного движения. Все это сопровождается какой-либо деятельностью творческой, чтобы им было интереснее. Так и запоминается так намного лучше, чем просто мы им расскажем. Почему вам это направление интересно? Ну, мы понимаем значимость всего этого. Ставим на всю, ничего не слыхать, капюшон на глаза, ничего не видать. По дороге иду, нету круче меня, это юность моя, это юность моя. Стоп! Даже не ходи с нами дорогу в неположенном месте. Стоп! Когда покупаете скутер, ведь нам нет 16 лет. Стоп! Когда соблюдаете правила дорожного движения. Вот так юные инспекторы движения рассказывают о важном действующих для водителей транспорта и пешеходов правилах. Его обозначают на мостовой белыми полосками. Наземный переход называют зеброй, потому что окраска лошадки зебры также состоит из чередующихся черно-белых полосок. При переходе через улицу по наземному переходу пешеходам помогает светофор. Если горит красный сигнал светофора, то переходить улицу нельзя. Он говорит: стойте и ждите. Когда загорается зеленый свет светофора, то вы можете идти переходить. Внимательно следите за сигналами светофора. Красный свет перехода нет, зеленый свет иди. Победитель представит округ на областном конкурсе. Оценивала выступление ребят компетентное профессиональное жюри, в состав которого вошли педагоги лесной сказки и сотрудники госавтоинспекции. Знание ПДД самое главное и социальная значимость. Еще очень важно знать и понимать правильность использования дорожных знаков. Они еще дети, но в своих знаниях ПДД вполне могут превзойти многих взрослых. ЮИТ – всероссийское движение. Более 460 тысяч участников. 35 тысяч отрядов школьников от 8 до 16 лет. Учащиеся образовательных учреждений Щелково активно включаются в работу. Они – юные помощники госавтоинспекторов. И вполне возможно, что в будущем работники отдела ГИБДД. Анна Балиет, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.